таланта юных исполнителей, музыкантов, творцов, конечно, развивают, обогащают и работают над этими гранями их родители. Их таланты тоже сегодня сверкают на этой сцене. Талант профессиональной балерины и актрисы Екатерины Кузнецовой представит нам сейчас очень необычную пластическую композицию, которая называется «Тишина». И это страница, которая заставит нас всех задуматься, потому что для того, чтобы она появилась на свет, эта композиция, Екатерина общалась с девушкой глухонемой. Она специально учила язык, на котором они разговаривают, общаются между собой. Стихи, которые прозвучат в конце, это стихи, которые написала эта девушка. Девушка, которая, представьте себе, никогда в жизни не слышала лунной сонаты Бетховена. Девушка, которая не знает, что такое музыка. Но она ее увидит благодаря Екатерине Кузнецовой. Thank you.
говорим.